Смонтировал наконец-то и залил я видео с Safari. Ссылку оставлю в описании. Кто хотел вот посмотреть, какая реальная ситуация на Safari, смотрите видео. Приятного просмотра всем. Привет всем, сейчас я вам прокомментирую свой сигнал. Итак, смотрите, какая здесь ситуация. Был восходящий тренд. Начинается у нас затухание, начинается наш скальпинг. Выставляю я на 2 минуты и заключаю сделку на понижение. Что здесь произошло? Цена хотела уже уйти с нашего коридора, еще одну сделку заключил. Потом произошел резкий выстрел. Цена немного замерла на одном уровне. Я принимаю решение заключить сделки на понижение. Еще две заключил на понижение, потому что видите, что уже цена касалась этого уровня, предыдущая ситуация. И здесь я опять заключаю две сделки на понижение. И график уже продолжает свое движение вниз. Смотрите, что произошло. Когда резкий взлет, но это именно при скальпинге, когда резкий взлет, потом будет откат. Но это только при скальпинге. Теперь люди мне задавали вопросы, почему я не торгую на свечном графике. Народ, при скальпинге свечной график неудобен. Мне нужно ловить каждый пик, каждую просадочку. Особенно я торгую на минуте. Особенно на минутке мне свечи вообще неудобны тем, что там тело, там тени свечи. Там я не вижу, как заключить сделку. Особенно на секундном скальпинге. Там мне вообще нужно ловить каждый вот миллиметр, так что свечи для скальпинга не подходят. Свечи на длинные дистанции, особенно вот когда я торгую на минуте. Дальше, хотел еще с вами поговорить о тенденциях. Как в основном происходит, когда идет восходящий тренд, идет наше затухание, идет наш скальпинг. Восходящий тренд на верхних точках мы ставим на понижение. Когда идет нисходящий тренд, идет наше затухание, на нижних точках от уровня мы ставим на повышение. Но это не всегда так. Вот прошлая ситуация, прошлое видео. Получилось так, что был восходящий тренд, там затухание, восходящий тренд, затухание, восходящий. Общая тенденция была восходящая, и там я заключал на нижних точках, на повышение. Это нужно смотреть по ситуации. Вот запомните, никогда не бывает определенного какого-то шаблона. Итак, у нас начинают закрываться сделки, все отлично. 1 четкий сигнал, и не нужно никаких индикаторов. 1 четкий сигнал, взяли, заработали и ушли с рынка. Вот и все. Стратегия работает отлично. Все, закрываются наши сделки. Последние 2 закрываются. И все, на этом я принимаю решение уйти с рынка. Итак, получилось у нас заработать. Заключили мы 6 сделок. Получилось у нас заработать 47 тысяч рублей за 2 минуты. Неплохой результат. Спасибо всем за поддержку. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Это большая для меня мотивация. Всем удачной торговли. Всем пока.